«Сад памяти» – международная акция от Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Ее проводят в десятках стран мира, в том числе и в Приднестровье. Место выбрано не случайно. Сейчас мемориал активно благоустраивается, вкладывается значительные ресурсы, чтобы эту память сохранить. С 21 года активно принимают участие в акции «Сад памяти» школьные отряды волонтеров Победы по республике. Они высаживают деревья в память о ветеранах на пришкольных участках. Большую высадку мы провели в прошлом году в ботаническом саде Тирасполя. А сегодня это Кисканский плацдарм. Кисканский плацдарм – это святое место, где буквально через нескольких месяцев здесь начиналась одна из выдающихся военных операций – Ясо-Кишиневская операция, благодаря которой Советская армия, Красная армия освободила всю территорию Советского Союза. Думаю, в каждом городе нашей республики должен быть такой сад, чтобы каждый житель города приходил, поливал эти деревья, высаживал, и чтобы этот сад процветал в дальнейшем. Это очень важно для всех нас, так как мы последнее поколение, которое помним ветеранов живыми. Мы должны сохранить эту память, передать своим потомкам, детям, внукам. Я надеюсь, когда-нибудь приезжая сюда и глядя, как развиваются эти клены, мы вспомним о том, как мы это сделали в память о 80-летии освобождения Приднестровского края от немецко-фашистских захватчиков. В акции «Сад памяти» приняла участие Татьяна Паята, бывшая узница концлагеря. Армия наша освобождала не только города и села, она освобождала вот таких узников, которые были и дети, и старики, и разных национальностей, и инвалиды, и замученные, и от которых в большинстве ничего не осталось. Посадили 80 деревьев, число символичное. В этом году 80 лет освобождению Приднестровья. А еще на плацдарме высадили 250 кустов роз.